ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Новогодняя елка. Елка, друзья. А с вами, друзья мои, блок сплетника 101. 101 блок сплетника. Чухаха, чухихи, господи, на Украине такое творится, господи. Ай, бляха-муха, все в панике, все, господи. Все вот, я вот посмотрел, друзья мои. Я посмотрел, что там одна там говорит. Ой, все, пиздец, все, все, все. Как я без интернета-то буду-то, блин, ай-яй-яй-яй. Все, друзья мои, там одна мукиндра. Друг, третья, четвертая. Ой, ты это бляха-муха, прям в панику впали. Господи мой, интернет отключат, и бибец будет. Ни с кем не поговоришь, господи, что вы эту дурочку-то гнете, а? Ну не нужно нервы трепать, понимаете? Не надо. Читаем дальше. Комментарий одно. На лазурном берегу пишет. Ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Вы видели, что хлорка вытворят? Вы видели, конечно, конец ноября. С новой мужчинкой. На 0,43 берет себя за нос и башкой бьет об воду. Ржу, не могу. Точно бабка умом двинулась. Уже не дупляет, что делать. Ну, не соображает, друзья. И локоть что-то покосанный. Видать, накурится морвьяный. Ну, нахуреванный. Или дорожку затянет. И все, кукушка съезжат по полной. Зима, не зима, дождь ли ураган, ли... Она в болоте кувыркается, крокодилят недавно вылупился и пугает, господи, своим жиром. Чингуляк пишет. Это кобылоос, укладку на кумполе делает, чтоб не вынырнуть с лысиной посреди башки. Пора бы ей шапочку плавательную одевать. Лысый конь, ты зачем? Сейчас, подождите, прочитаю. Лысый конь, ты зачем так нырял? Лысый конь, где же... Ты все мозги потерял, вопросик такой. На лазурном берегу пишет ответ Чингуляку. Это она так свою шикарную шевелюрку укладывает. Продвинутая. И кунку подмоет. И прическу сделает. И крокодильчиков проведет. И поедет в Starbucks за кофе. Потом тренажерный Киджи Макс, Трепио БУ, что ее пощупать. Да в туалет. Окунул, вот крутить хоть пару метров бумаги, а то дома не хватает. Потом до унилки овца наварить самату. Она не ест, не любая. Но дома чего только чего не, нету. Ай-яй-яй. И все, считает день, прошел не зря. Чингуляк Гондурасу пишет. Кстати, мы никогда не видели туалетную бумагу у Людки в туалете. Эй, Людка, Людка, покажи рулон. Или слабуцы целый своровать. Гондурас отвечает Чингуляку. Зачем она будет показывать? Вопросик такой. Как же можно сомневаться? Ой, не могу, ржу. У нее есть. Еще 18 лет назад покупала 3 за 2 по цене одной в любимом сим-клабе. У нее же все есть. И много. Надо бы выкинуть. Но руки не доходят. Занятая же сильно. Попробуй-ка все штатовские общественные туалеты. Инспектируй. Никакого времени не хватит. КЗ пишет. Я хлорку посматриваю раз в полгода. И то одним глазом. Че у ней зубами. Какие-то лошадиные зубья. Широкие, крупные. Как у быка. Как выскирится. Аж мурашки по коже. Чисто кентавр. КЗ пишет. Ой, КЗ. Тем зубкам уже лет 100. Ты на бровки красивущие посмотри. Делала аж в Майамму ездила. Господи. Надежда им пишет. Чингуляку. Да, не слабо ей целый своровать. Один между сисек, другой между ляжек. Никто и не заметит. Ну, на этом все, милые мои. Всем хорошего настроения. Это только я 101 выпуск. Так что всем хорошего настроения, добра и позитива. И никакой не будет войны, никакого военного положения. Как был интернет, так он и будет. Как был YouTube, так он и будет. Милые мои, не нужно паники, друзья мои. Это я вам говорю. А дядя Сережа вас не обманет.
Дядя Петя, да, а дядя Сережа, нет. Милый мой. Выбирайте меня президентом. Я махом Петю повешаю на первом столбике. Все, друзья мои, не будем ха-ха говорить. Все, всем пока. До 102-го выпуска, милые мои. А там, глядишь, тысячный будет выпуск. Все, ладно, мои дорогие. Пока-пока, целую, бай-бай. Ой, и чай такой вкусный, друзья. Очень вкусный. Все, ладно, пока. 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 Новый год встретим. Живем. Пока.